До свидания, мой мальчик, блин. Блин, не так его жалко, он сам по себе прикольный мальчик, блин. Он такой прикольный, блин. Мне, честно сказать, его очень уж жалко, блин. Где этот приколист наш, а? Где мой маленький приколист? Где мой маленький приколюга? Ну, где мой маленький приколист? Ну, где ты, мой сладкий? Где он, блядь? И куда мне лететь? Что за хрень? Что за хуйня? Я где, блядь? Я не понял, что за система, чуваки? Ну и в чем прикол? Ой, блядь. А в чем прикол, я понять не могу. Чай не сделай. А, вон он. Что, отстань, ты. Здорово, чел. Где мой чай? Отнеси чашку. Отнеси чашку. Отнеси чашку. Нет, на ему кухню. Похуй вообще. Ты конченый человек или здоровый? Тебе сложно. Бля, чашку... чел, а в чем прикол? В чем прикол, я понять не могу. Торпеды, это я и делаю торпеды. Ракетку внутрь. О, кстати, идея. А, точняк, брат. Лучший. Лучший. Хорошо. Лучший. Так, отлично. Поехали. Отцепляем. Отлично. Ракетка есть. Поехал, Спанч Боб. Супер красавчик. И вот тут. И все. Полетела, полетела, родная, полетела. На, нахуй. Отлично, чуваки. 7,7 лопаток уже. Больше, чем нужно. Походу, блядь, нашему Спанч Бобу пизда. Ебать, там в нем конструкция была. Я охуею. Ебать. Спасибо, okay. Цыган букмекер, спасибо большое за 20 рублей. Пиши, я нахуй. Типа уходишь, что ли? Если уходишь, то удачи тебе, братан. Губка, ты это сделал! Патрик, что сделал? Что? Ох, эх, да. Все мои планы рухнули. Ну все, стану юристом. Ты меня еще не победил. У меня еще куча роботов по всему бикини-ботам. Я призову их всех, что мы еще посмотрим. Робопланктон 1. Опаньки, я тебя уничтожу. Ты меня уничтожишь. Это я тебя уничтожу. А я уничтожу тебя в два раза сильнее. Неужели я уничтожу тебя плюс? Ну тогда я уничтожу тебя плюс бесконечность. Пиздец, короче. Заткнись, ты глупый робот. Я закончил колледж, кофемолка, ты негабаритная. Да, я тебе покажу. Бэби. Ну, Планктон, надеюсь, ты усвоил урок. О, конечно, в следующий раз я здесь все сделаю как надо. Ха-ха-ха-ха, ой. Мы победили, кто хочет мороженого? Я хочу, я! Нужно ли мне напоминать, что все еще остались роботы, которые разрушают бикини-ботом? Сэнди права. А я думал, что она белка. Меня показывают. Я не знаю за что, но меня показывают. Там еще куча дел. Морской супермен и очкарик не остановится. Да и я тоже. Нам нельзя отдыхать, пока бикини-ботом все еще грозит опасность. Здорово. Все. Поиграем в Кубок Кол. Все. Друзья, могу поздравить. Я думаю, это достойно лайка. Реально, мы прошли Спанч Боба. Кубок Коп. Прикольная мини-игрушка. Бля, прикольная игра.
Ебать! Ебать, лол. Прикольно. Ура! Да, друзья, прикольная игра, прикольная, мне понравилась. Забавная. Лучшая игра года, между прочим, друзья, по оценкам пока что. Игра года — это Спанч Боб. Да, друзья, спасибо всем, кстати, огромное за лайки, за поддержку. Еще раз тебе огромное спасибо, XMY Steve, за пятихаточку под конец стрима. Реально респект. Че, погнали тогда на Twitch, что вы думаете, чуваки? Со Спанч Бобом мы завершили. Охуенная игра, мне понравилась. Блин, много кайфа от нее. Как и нервов много получил, так и кайфа, блять. Но игра, да, забавная, забавная. И прикольный мини-режим в конце такой. Ну как это, и даже не режим, это просто покататься чисто. Почилить. Опа. Будет перепрохождение? Нет. В ближайшие 30 лет точно не собираюсь. Других игр и так полно. Их бы еще пройти. Так, чуваки, всем спасибо, кстати, за стрим. Увидимся с вами на вечеринке на Твиче. Через минут 5 где-то того запущу, короче. Там посидим еще, поугараем. Давайте, ребят, все будет. А что будет на Твиче? Увидим. Возможно, фильм. Погнали. Все, короче. Где чай? Я ж нахуя. Ты почему? Я себе тоже не сделал. Сделал мне тоже и себе. Нет, могу сказать. Знаешь, какой второй? Что это такое? Второй Deltage какой-то. Нет. Нихера. Блин. Так ты, оказывается, не такая уж и, ну, если, ну, реально. Не, я думал, ты не знаешь. У меня еще не было фантазии на английском не поднимала, потому что я говорю, давай не мешали, только еще и на английском. Просто застрелите меня, пожалуйста. Какая головой абсолютно не дарит. Ты, походу, не ту сборку скачал, потому что у меня на русском Камтасе. Ты не то скачала, слышишь? Скачай уж все на русском. Пожалуйста, дай тебе сейчас этот телефон, ты его отвечает. Блин, Спанч Боб такой классный. Блин, люблю Спанч Боба. Давай, гоу. Все. Я думал, я ее... Этот... А? Ебаный ли... Это я знаю. Я просто говорю чисто про этот матч. Бля! Короче, он мне передознулся. Он мне передознулся, блять, у него вены пошли. Ливерпуль чемпион, МС выиграли, Ливер выходит. Да, Сити чемпион. Не, ну Сити, по крайней мере, даже когда, блядь, заранее чемпионство брал, ровно так же, как и Ливерпуль. Понял, Стинт? Сити играли до последнего. Я не знаю, либо они тут расслабились, но если это так, то все равно не слабаки ебаные. Манчестер Сити потроллил Ливерпуль после 4-0, сравнив своих игроков с командой Битлз. Типа их тоже было 4, что ли? Или что? Я о чем они? Да, и короче, тут Иваныч у меня, ну, нахуй нагнулся. Бля! Вот когда мы на Ютубе стримили. Нет! Нет, бля! Пиздец, я... Все, короче, он откинулся. То есть Иваныч нет, у него осталось наследие, и на этом все, друзья.
Вот такой вот был конец, финал Симса. Простримили мы всего 4 части. Вернее, 5. Просто одна входила в часть, когда у меня была днюха. Вот сюда, 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 сюда. Вот сюда она была. Так, так, где это было? Вот это здесь было. Дима, друзья. Вот здесь это было. Короче, вот сюда это входило. Ебать, сколько дизов, прикинь, ебать. Я сам охуел, ебать. А интересно, почему? Их вообще, когда я завершал стрим, их было штук 20. Они куда-то в реки, что ли, попали, блядь? Бля, лол, а что за бред, блядь? Почему столько дизов, ебать? Ебать, завезли, нихуя себе, ебать. И вот Спанч Боб 11к просмотров. Блядь, опять. А, когда я стримил его. Ну, там все нормально. Блядь, странно, да? Как-то, блядь, я сам, на самом деле, этого не ожидал. Ни свет, ни заря, Томас уже стримит. Да-да, я Спанч Боба вначале на Ютубе допрошел. А потом пришел сюда, типа, на YouTube. Да, бля, очевидно, если бы у МС не было бы травм, то МБ интересное пол вышло. Да, кстати, у Сити, это ты тут прав. Только хотел об этом подумать. То, что у Сити, блядь, это, наверное, один из последних сезонов, вот, который они играли, и столько травм было за сезон. Это типа, пиздец. Ну, столько травм у Сити. Я не помню, когда на самом деле было. Да хрени, еще очень много. Ку, Томас, тебя в нарезку добавили. Опять Twitch VTF. Так, точно. Где? Так, Twitch VTF. Что такое? А, сделаем просто, знаете как? The Thomas Avengers. Где? Чел, чё гонишь? А, во, в эту что ли? Нашел? Чё там? Хай! Здорово, ребят. Здорово! Здорово! Где, какая секунда? Не хочу просто полностью смотреть, мне не нравится Twitch VTF. Здорово, здорово. Я 100%, 100% по дате загрузки сделаю. Что именно? Да-да-да, уже сделал, я нашел. Я не понимаю, какой момент. Просто не очень охота смотреть весь выпуск, я не люблю нарезки. Как вы знаете, друзья. Где нет вебки, там и я. Так легко определить. Так. Бля, хуй знает. А, во-во-во. Хуйню, наверное, добавили, блядь, из всех рофлов моментов охуенных. Хуйня будет, клянусь. Задний ряд. Расслабься, о. Перестань себя мучить. У тебя есть талант. По-моему, я ее лучше озвучивал, да, ребята? А, не, нормальный момент, нормальный, нормальный. Отбой, нормальный момент, нормальный. Нормальный момент. Типа, я думал опять хуйню какую-то добавить. Прикольный момент. Мне оригинально больше нравится. Чем я? Нет, это не оригинал. А, типа, английская лучше. Я думал, я-то ее лучше озвучил. Ну, у нас чем-то похожие голоса. Вот сейчас выберем. Блять. Я только начал себя нахваливать, и это говорит, хуйня все. Не, нормально. Про мою озвучку. Сучка. Ну, обычно все равно из самых топовых моментов, которые обычно на Твиче происходят, добавляет какую-то просто залупу ебаную, блять. Я иногда в шоке, блять. Как такое вообще можно добавлять, блять? Пиздец, ебать. Ебать, ебать, им задонатили. 54 тысячи, ебать, поздравляю. Нихуя, залетело нормально. Так, блядь, ну как пойдет момент, пойдет. Ну все равно, блядь, столько моментов было ржачных. До этого где вы были на стримах? Сколько? Даже меня, блядь, в американскую, помните, нарезку добавили? Вот недавно. Еще раз, что? Да я спрашиваю, что такое в компании. Триал период. Триал это демо период. Что? Котлет период. Тут написано Симстартрел или Энтерсуфкейкей. Ты мне загадок на это наговорила. Пожалуйста, ну посмотри. Сейчас буду бить целовая стена. Что? Трел момент это демо-версия. Ты скачал говно. Ты скачал с рутрекера? Да. Ты не могла скачать с рутрекера, иначе все было бы нормально. Ну ты кончен, ты не умеешь скачивать. Ну ты не то скачал, это не то. Ну ты чё прикалываешься, мне опять скачивай. Ты скачала, во-первых, ты скачала английскую, во-вторых, ты скачала не демо, это не, ой, наоборот, ты скачала демо, это не взломанная версия. Триал это платно. Ну, триал это демо-версия, у тебя 30. Ты можешь мне установить то, что надо? Нет. Пожалуйста. Что мне за это будет? Ты чё прикалываешься? Ну сейчас только когда босса пройду. Алё, на полпути, ты что? Ты же уже все почти сделал. Я не убилась еще. Алё, нельзя так говорить, осуждаю такие высказывания. Ты, короче, может, завтра продолжим?
ты. Так ты больше не сядешь за ноутбук просто. Я скачала эту версию с этого. Что ты не сказал? Отсюда я скачала, вот так. Зайди. Ну что там писал Энг? Вот, Энгрус, ну ты, блин, ну головой можешь подумать? Энгрус. Заглядываю туда, там написано Энг было. Это буквально было. Сука, даже американцы. Почему у американцев взяли нормальный мой момент? Вот этот, где с Майнкрафта, блядь. The Thomas Avengers Майнкрафт. Что? Блядь, охуенный момент взяли. Американцы, помните, блядь, как это видос назывался? Блядь. За целый месяц его добавили. Ну, вы помните, короче, этот момент. За Томас Авенджер. Ну, они ссылку должны были, по идее, оставить, блядь. Я не знаю, почему они не оставили ссылочку на меня. Американцы ебаные, блядь. Ой, вернее, осуждаю, блядь. Я имею в виду в хорошем смысле. Расположение, ну, глаза во. Разуй свои. 186 тысяч. Во, вот это даже они, блядь, нормальные моменты у меня взяли. Ай. Блядь! Бля, это было так обидно, сука. Leave a like and subscribe in the next 5 seconds. Американец, я подумал на тот момент, может быть, сука, к американцам заделаться, блядь. Дядь, давай Симси с нами на стрим, мой Симс, я сам тебе куплю онлайн. В смысле онлайн, на Патреоне. У вас что, стимовская версия, Стинт? У меня есть Ориджин. У меня есть Ориджин, я покупал. С кем с вами, Стинт? С кем это с вами? Бля, прикольный тот момент. Тут еще все орали, блядь, Томас вперед, Россия, нахуй. О, блядь, тут даже в топе, слышу, узнали меня. 89 лайков, прикидываешь, ебать. Так, тупо лучший, как говорится. Не, Origin 74-89. Ты к Братишкину имеешь в виду, что ли? Или что? Ты к Братишкину имеешь в виду? В Sims играть к Братишкину? Не знаю, чувак, мне что-то не особо охота, если честно. Не, я не хочу, чел. Сорян. Да, давай лучше с тобой поиграем. Типа я лол, не хочу, если честно. Типа при всем уважении, не хочу там играть. Ну, типа отдельно, блядь, там своя компания, чел. Ну, просто, блядь, не хочу туда вливаться, к братишке. Ну, я понимаю, что это не мое, брат. Понимаешь, типа, я ко всем нормально отношусь. Типа, не, братишки, говорит, не уровень хайпа. Не в этом дело, типа, просто я говорю. Там, блядь, все орут, чел. Там все перекрикивают друг друга. Мне это не нравится, типа. Я люблю, когда народу не так много. Да в смысле попустил Братишкина? Я что, против что-то Братишкина хуёвое сказал? Просто сказал, не хочу там играть, вот и все. Типа, просто это мое желание. Я не хочу играть. Я же не буду, блядь, насильно себя заставлять, нахуй, играть с Братишкиным. Ну, типа, не с Братишкиным, а там с 89-м сквадом. Я конкретно против кого-то ничего против не имею. Типа, мне похуй. Я нейтрально отношусь, просто нейтрально. Ни положительно, ни отрицательно. Нейтралочка у меня. Поэтому похуй. Да плюс что, ебать, я много запрещенки могу наговорить. У него 20к, блядь, онлайна. Ладно, я у себя могу осудить, чел. Нахуй это мне надо? Потом кто-то недовольный будет с моей этой хуйни. На меня ответственность, понимаешь? Я не хочу ни перед кем быть ответственным. Мне это, ну, в любом случае, тут больше минусов, чем плюсов. Я могу сказать слово на букву П, спокойно. Ну, блядь, вылетит у меня что-то. Они начнут все визжать, ебать. Что-то не так, ебать. Да как, ты же знал, что у нас Twitch. Не, не хочу, брат. Поэтому не. Томас любит, когда перекрикивает всех сам. Плюс, да, я буду перекрикивать. Типа, лол, я постоянно ору. Поэтому я больше Sims люблю в соло. Кооператив, ну, такое. Там все равно, я не понимаю, когда вы играете в кооператив, у вас там, блядь, 80% идет перемотки, блядь. Перемотки, типа, смысл так играть в Sims? Я люблю, когда все медленно, классно, типа, там можно покайфовать, там, вся хуйня. Типа, чисто мое имхо. Не, если я вдруг захочу, я напишу. Типа, окей, Стин, давай, гоу. Все. Но так сейчас пока что-то у самого, блядь, дохуя стримов. Просто у меня и время по факту мало. А так с тобой покатать вообще в любой момент. Типа, если будет у тебя фэм, зови, хорошо, поебать. Я вижу. Ебанько залез на дерево. А, спасибо, киса. Куда пропал твой второй канал? Если ты про основной, то его забанили. Если ты про этот. А если про основной, то забанили. Так было прикольно, было бы онлайн, поднялся, стал бы топом, как в 2016. Ну, сейчас, брат,
Я могу сейчас, блядь, реальных пацанов включить, и у меня поднимется онлайн. У меня на реальных пацанов пятихатка сидит. Но у меня просто этого неохота делать. Бля, не знаю, зачем? Зачем вы это говорите? Мне похуй на онлайн. Рил. Типа, поебать. На майне мне онлайн устраивают. Типа, у меня Майнкрафт 400 человек на ютубе смотрит. Мне нормально. Поет. У меня ФМ, погнали. Бля, давай на твоем стриме. Все равно, камон. ФМ, блядь, никто не смотрит, реально. Вообще никто. Это обидно. А. Стинт. Постоянность у меня есть вроде. Я за месяц... Это не еда, если что. Я за месяц нормальный поднял онлайн на Твиче. Но на реальных пацанах. То есть, по факту, я нихуя не делал. Я просто вырубал реальные пацаны. И пятихатка сама прибежала. На Майнкрафте, ну, если я запускаю его вечером, онлайн тоже пиздатый. Дело в другом. Дело в том, что мне неохота что-то делать гениальное там. Заморачиваться насчет вебок и прочей хуйни. Я знаю, что я не смогу, блядь, вести себя настолько раскованно, как я веду себя сейчас. Раскованность. К этому привыкать я заебусь целый месяц, нахуй. Если не больше. От этого я потеряю еще больше онлайна. Понимаешь? Поэтому и все. Типа, нахуй, мне так удобней. Да Мэдисон же стримит без камеры, и че, и похуй. Так, ля, похуй. Уже пара, бро. Так стрим в прайм-тайм. Я не знаю. Даже Аси стримит с вебкой. Аси. Ну, Аси похуй. Аси в нее не вмещается. Его там не виден, блядь. Да похуй мне, брат. Серьезно, блядь. Я не знаю, зачем вы все с этой вебкой заладили. Типа, не хочет человек стримить с вебкой, да и хуй бы с ним. Мне и так нормально. Даже если мне 100 человек будет смотреть, мне уже норм. Хули Аси с 5 подписчиками. Ну, реально, чел. Стинт, а чё у Аси вебка есть? А смысл от этой вебки? У него, блядь, онлайна нахуй 5 зрителей. 5 зрителей, чел. 5. 5. 5 нахуй. 5 онлайна, блядь. 5. Он стримит с вебкой. Хуй с этой вебкой, ебать. Я просто понять не могу. Из-за вебки потерять стиль, оно нахуй не надо. Только Мэдисон и остался без вебки. Да нет, чел, да хуя. Зайди нахуй, смотри. Да не, брат, ты чё, ебать, рофли, что ли? Зайди на тот же, блядь. Как эта игра, блядь, называлась? Ой, похуй, ну любую, давай, Valorant, тыкни. Вон тут, бля, все с вебкой, прикинь. А, вон, бля, ну это у них вообще зрителей нету, ебать, забей. А этот, блядь, Глотвалакас. Он чё, с вебкой, что ли? Смотри, челик, ебать, играет в лол без вебки, ебать. Где твоя вебка, черт ебаный, блядь? Да дохуя таких челики, ебать. Да хера, и то он 20 минут назад запустил. 200 зрителей только пришло. Типа забей, камон. Мне похуй. На ютубе вообще похуй, если... вебка или нет. На ютубе вообще на это поебать. На твиче, возможно, не поебать. Окей. На ютубе похуй на это. Типа на ютубе, блядь, большинство я дохуя стримеров видел без вебок. А мне по факту нужен ютуб. Мне похуй на этот твич. Твич по факту бесполезная площадка. Ну типа это рил так. У нее нет своих рекомендаций нормальных. Ты просто фармишь аудиторию за другими стримерами. Вот смотри. Если ты запустишь во время Братишкина... О, Стин, ты запустишь во время Братишкина. Все съебутся к Братишкину. Также, я не прав. Тут, понимаешь, тут дело в другом. Тут дело в другом. Тут просто нужно, блядь, дохавывать онлайн за другими. А я не хочу дохавывать онлайн за другими. Я хочу, чтобы когда запустил там любой стример с большим онлайном, моя аудитория осталась со мной. Для меня это важно, понимаешь? Для меня. А чью-то аудиторию фармить... Ну, бля, с одной стороны, это прикольно, это быстрый буст. Но с другой стороны, это такой же и минус. Потому что при выборе основателя этой аудитории все будут всегда съебывать к нему. У Томаса вебка девочек прибавится. Да чего вы взяли, блядь? Чего вы взяли? Если я сижу в обычном виде, нахуй, с бородой, блядь, и в майке алкашки, блядь, нихуя там ничего не прибавится. Все, нахуй не надо. Типа, блядь, включил, нахуй, вебку, а там мимоджи, ебать, сидит. Прикинь, ебать. Вот и все.
Слепка будет больше угара, когда орешь, например, ломаешь мышку. Ты думаешь, я буду, блядь, при вебке буду орать и ломать мышки? Брат, ты ошибаешься. Я боюсь, что ты с вебкой увидишь самые нудные стримы. Намного нуднее, которые есть на ютубе, брат. Намного. Поэтому, блядь, ты не думай так. Ты не думай так, блядь. Я в ухоженном виде редко когда сижу, поэтому похуй. Самое главное, чуваки, это просто хуярить водки, блядь, по КД, нахуй. Контент это когда ты, блядь, выпил 5 бутылок пива и включил Авито. Вот это контент. Никакая нахуй вебка не нужна. Но так, если ты понимаешь, что это за счет других, ты повысишь свою узнаваемость, тем самым новые люди, которые никого не смотрят, придут к тебе. Бля, чел, да не в этом суть. Не в этом суть. Мне просто охота как-то поламповее, понимаешь? Мне охота иметь онлайн до 500. Я прошел все пики популярности. Мне неохота возвращать свою популярность. Мне охота просто, чтобы был нормальный и стабильный онлайн, и все. Все, мне этого больше не надо. Мне этого хватает, понимаешь? Я хочу до 500 онлайн. Когда у меня, блядь, недавно, помните, мы Майнкрафт стримили? Сколько детей к нам пришло? 700 человек, блядь, школьников в комментариях. И вы думаете, так комфортно стримить? Школьники орут, блядь, не матерись нахуй. Я, блядь, заебался их банить. Я пермачом просто хуярю. Мне неудобно, блядь, когда вокруг меня школьники. Ну, сука, когда ты проходишь себе, вы меня не понимаете, блядь. Чуваки пишут, а, вон, у тебя был раньше онлайн, пиздатый. Похуй, что было раньше. Я хочу... Я состарился, друзья, я состарился. Мне... Я состарился. Время прошло, понимаете? Время молодежи на Твиче. Пускай они рвут контент. Мне похуй. Ну хотя, блядь, хардплей вряд ли молодежи назовешь. Он на 10 лет меня старше. Подожди, блядь. Как же ты себя принижаешь, пиздец. Да не в этом дело, блядь. Ну вы не понимаете меня, чуваки. Вы не понимаете меня. Я не хочу, блядь, быть звездой, нахуй. Вы не понимаете, челики. Вы просто не понимаете. Мне не нужна, блядь, слава, мега популярность. Я понял со временем, что слава это очень сложно. Популярность это очень сложно. Это сложно, правда, это очень сложно. Понимаете? Это реально очень сложно. Это действительно, типа, сложная штука. Постоянно нужно, ну, чем меньше зрителей, тем ламповее. Но только так. Только так. Популярность нужна как тогда, когда у тебя кредиты. У меня их нет. Да, блядь, чел, ты охуенный, тебе сделать 2 шага, и все, мне реально не понять. Многие хотели бы владеть твоими качествами. Какими качествами? А умение орать, умение не бриться, умение мыслить в принципе банально, я не знаю. Какими качествами? Что мне во мне такого, что нет, например, в том же Братишкине? Он также кричит. В принципе, также кричит. Просто зрителей в 100 раз больше, и все. Многие хотели Томаса, а некоторые даже хотели. Что? Многие хотели Томаса. Пиздец. Актерская игра. Бля, ну тебя, ты заебал сам себя тильтовать. Дело в том, что я не тильтую себя. Мне типа норм. Умение включить плиту на стриме. Бля, ну это охуенное качество, согласен. Я вот хочу качество Томаса, но я еще хочу самого Томаса. Кстати, психушка, что это было вообще? Очередной сериал? У меня все сериал. У меня нет чего-то, блядь, серьезного на стриме. Я не знаю, почему люди в это верят. Вот и все. А камера это действительно шаг вперед, наверное, да? Это шаг изменить контент. Дура! Ты меня бесишь, для кого-то в лучшую сторону. Но тут скорее не для олдов, а думай башкой, для аудитории, которая даже пока что о тебе не подозревает. Когда снимать Майнкрафт по сериалу, не путай сериал в Майнкрафте. Когда снимать Майнкрафт по сериалу... Нажать, это не выделяет папка синим. Я бы сделал какой-нибудь проект, возможно. Возможно. Но в один момент я просто понял, что делать проекты это бесполезно на Ютубе. Ты же Стин сам видел, что я снял на телефон за 10 тысяч рублей. Ты же видел недавно, психушка относительно недавно. Сколько она набрала? Разве серьезный контент важен на Ютубе? Уже нет. Я до последнего верил в Ютуб, но, к сожалению... Мои качественные ролики, их никто даже и не оценивает. Если я сниму какую-то залупу, она стрельнет. Но дело в том, что от этой залупы тебе самому противно. Вот и все. Понимаешь, в чем дело? В этом вся разница, скорее всего.
Просто-напросто... Ну, это стрёмно. Вот, это лечение. Это потом, что ты хочешь за неделю стримов с вебкой? Что я хочу? Ничего. Зачем? Хуярька, класс, какие науки. Мне еще кажется, когда ты врушь вебки, олды, которые тебя не смотрят, уже услышат и снова начнут смотреть. Я бы так и сделал, например. Я так понимаю, ты без меня смотришь. Без камеры. Утопия серьезный контент снимает, там дохуя просмотров. Утопия немного, это, знаешь, по большей части единица из многих, которые выбиваются. Таких же, к сожалению, контент-мейкеров не море. Их, вернее, море, но не настолько популярных. Утопия шоу — это, ну, топ Ютуба. Подкорректируй топ.ру Ютуба. Помню, как ты срался со своей девушкой на Ютуб, это выкладывал, все, гоу еще. Это стрёмно. Как-то, знаешь, со временем твои вкусы меняются, это тоже факт. Ну, типа, что, когда-то тебе лучше так не снимать, когда-то так. Ютуб, он двигается. И двигается в огромном направлении. Это минус, с одной стороны. У Топи есть ставки забавные, я сама форма изложения интересная. Ну да, типа, блядь. Ну, тот же, блядь, кто там есть? Топлис еще. Примерно та же хуйня же, да? Науч-поп это называется. Ну, прикольно, что. Ну, я ни то не смотрю, типа, мне это не интересно. Я смотрю Кубок Фиферов. Ладно, шучу. Пару серий только посмотрел. Так, я помню, как... Так, это я прочитал, чуваки. Такая вот хуйня. Не, возможно, я когда-то дойду в ближайшее время до того, чтобы с камерой стримить. Но мне кажется, совершенно другая тема будет. Типа, интерес этого будет совершенно другой. Стримы не будут, как прежде, вы к этому тоже должны быть, ну, должны быть готовы, понимаете? Я к этому говорю. Это, типа, такая хуйня, что рано или поздно... Мне кажется, это придется сделать. Новый этап, да. Это рано или поздно придет, даже в этом году это придется сделать. Включить камеру. Но камеру, опять же, это нужно... Кажется, это придется сделать. Новый этап, да. Это рано или поздно придет, даже в этом году это придется сделать. Включить камеру. Но камеру, опять же, это нужно... Не надо, Томас, нам никакую вебку. Это придется сделать. Мне кажется, это рано или поздно нужно сделать. И, типа... Хули у меня была чат-рулетка с камерой. Типа, мое ебало все видели. Даже на той же гифке, типа... Ну, блядь, алло, камон, чуваки. Я, типа, понимаю, что вы знаете, как я выгляжу, там прочая хуйня. Не в этом дело. Просто, когда я снимал эту чат-рулетку, мне так было, блядь, некомфортно, что ли. Но... Потому что ты чувствуешь, что ты в 50% замкнут. Вот так вот. Томас новый участок кубик. Я бы поучаствовал, на самом деле, блядь. Мне бы только потренироваться. Почему не заходишь к ребятам 89-й склад? Да я недавно заходил. К Джойну, к Стинту. Почему? Я заходил относительно недели две, наверное, назад. Прикольно, блядь. Что мы там в 8 утра опять не... Кого сейчас в рулетку, ебать? Ты чё, гонишь, что ли? На стриме? Нет. Макривский с вебкой на там... Там у него друзья, блядь, такие, чувак. Типа, у него, камон, у него там аудитория, блядь, многомиллионная. С ним дружит, я имею в виду. Есть ютуб-каналы, которые ты сам смотришь, но у них мало подписчиков. Посоветую кого-нибудь. Из кого мало прям подписчиков? Блядь, я не знаю, чел. Да никого я, в принципе, на Ютубе мало кого смотрю, если честно. Как говорится, нужно выходить из зоны комфорта, чтобы развиваться. Да нет, я не спорю насчет этого. Просто одно дело, нужно ли это развитие. Это совершенно, блядь, разные вещи. Пиздец, блядь, челики. Я ебал. Стинт, ты тут? Ты тут, Стинт? Макривский... Ну, не знаю, я не смотрю его, понятия не имею, что он стримит. Один раз зашел, помню, или два раза. Ты сейчас хочешь стать популярным на Твиче? Вот ответь мне на такой вопрос. Мне, например, на Твиче популярным быть неохота. Я прямо скажу. Голос прям трезвого более 30 дней человека. Бля, я уже 2 месяца практически не пью, блядь. 2 месяца, это пиздец. Я такой трэш.